сожалению, с наступлением летних каникул есть детки, которые находятся в больнице и еще не успели ощутить, что уже наступил конец учебного года и пришло время отдыхать. Ведь сейчас самое главное для каждого из них – это выздороветь. Сегодня победить ту или иную болезнь малышам помогают врачи и медсестры. А вот хорошее настроение ребятишкам решили подарить представители общественной организации «Белая Русь». Московская районная организация «Белая Русь», члены совета, председатели первичных организаций нашей районной организации. Посещаем в рамках Международного дня защиты детей, посещаем детей, находящихся в стационаре в Брестской детской областной больнице. Также мы в этом году тоже пришли, решили сделать деткам праздник, который называется «Подари улыбку детям». И совместно с активными членами нашей большой московской районной организации «Белая Русь» устроили праздник. Так складывается в жизни, что и в празднике получаются немножко неприятности, детки попадают в больницу. Но вот желание подарить улыбку, желание подарить им радость, желание сказать, что они не одиноки, что их помнят. Наступление летних каникул и окончание учебного года в Брестской детской областной больнице отметили ярко и незабываемо празднично. Этот день стал настоящим торжеством радости, подарив мальчишкам и девчонкам множество положительных эмоций. В актовом зале больницы собрались дети и медицинский персонал, чтобы насладиться праздником, выступлением клоунов и волшебных персонажей, которые подготовили для ребят обширную программу с песнями и танцами. Сегодня лучший способ сделать детей счастливыми – это окружить их любовью и вниманием. Отрадно, что все неравнодушные взрослые это понимают и преподносят деткам, которые находятся на лечении в больнице, лучики любви, добра и света, которые им бесспорно помогут пойти на поправку. Так брестский фокусник Сергей Полерчук подготовил для мальчишек и девчонок Брестской детской областной больницы не просто развлекательную, захватывающую дух программу, а вовлекал каждого в свой номер, чтобы ребята ощутили себя юными фокусниками. Тот, который ему не нравится, я положу к себе, а тот, в котором он влюбился с первого взгляда, сожми сам, со всей силы вот так. Это твой любимый, можно даже его поцеловать так. Шучу, не надо, не надо. Подними его вверх, подними, держи крепко. Оп, и приземлился к твоему, смотри. Аплодисменты! Дети в восторге, а это самое главное. Значит, праздник удался на все 100. Мне сегодняшнее мероприятие очень нравится. И к тому же мне самое понравилось со змеями или веревками. Там сделали, получается, есть три вида веревок, и их, получается, соединяли. Они разные по размеру были, их то и соединяли, то они становились типа, ну, одинаковыми. Эти мероприятия, в принципе, все развлекательные и нужны, потому что как бы это и на них действует, то есть радостно. И мне кажется, то, что улучшается и состояние то и эмоциональное, то и внутреннее. Так хочется, чтобы все дети были любимы и здоровы и не попадали в больницы. Но, к сожалению, жизнь – штука непредсказуемая, а потому лучшее лекарство – это положительные эмоции.